Добрый день, подписчики мои и гости канала. Вы находитесь на канале Дядя Федор из Германии. И сегодня мы на пляже. Пляж у нас вот такой сегодня пустынный. Пустой. Но Цезарь нас сюда принес. Сами мы бы не пошли. Это Цезарь захотел на пляж. И вот здесь сегодня никого нету, погода не позволяет. Хотя 21 градусов тепла на столбе стоит. Но не похоже на 21. Море тоже не совсем такое буйное, как было вчера. Вчера вообще было ненормальное состояние. Я вам покажу. Сегодня море штормит. Вчера после обеда пошел дождик. И всю ночь шел ветер. Гроза была. И теперь вот такое море сегодня. Ой, унесет. Смоет, Петя. Эй! Смоет! Другой плыл, а? Волны бушуют, такие высокие, но некоторые еще умудряются купаться. Мы не решаемся. Висит красный флажок, это значит, на свой страх и риск купаются. Спасателей нету. Но мы законопослушные граждане, мы в воду не лезем. Наше место под зонтиком. Цезарь лежит себе, балдеет. А сегодня вот такая вода, правда, она мутноватая, потому что весь песчаное дно и весь песок бурлился, поднялся. А так люди гуляют, и в городе много людей гуляют, и по велосипедным дорожкам гуляют, ездят велосипеды. Здесь вдоль берега много людей, которые с собачками. Собачки, они людей выводят сюда на пляж. Если так хорошо им на пляже, что они не могут дома сидеть даже в такую погоду. Цезарь увидал родню, да? Может, тоже заулыбался. Пойдем мы дальше, посидели, отдохнули. Прогулка у нас сегодня такая по пляжу. Вон такая собачка стоит.
запахом. А где-то там за морем Словения, Хорватия и так далее. Греция в конце где-то. Того берега не видать. За эту неделю, что мы здесь, уже сколько раз погода менялась, море менялось, то мы купались, загорали, то штормило море. Теперь куртка ходим. Теперь ходим одетые, куртки нарядились, хотя здесь люди по-разному ходят, кто в куртках, кто в майках, кто в шортах. Кто в воду лезет, кто на берегочке отсиживается. Ну, народу сейчас мало. В основном сейчас народ весь ходит по городу, по магазинам, по разъездам, по... Да, сейчас магазины все освободятся. Уже здесь начинают потихоньку на пляже убирать, прибирать все. Вон там стояли такие большие ящики, клумбы с пальмами, да, с цветами. Это все тоже уже увезли. Наверное, где-нибудь такая большая у них теплица. На зиму все туда свозится. Потом будет постепенно эти зонтики убирать, увозить. И на зиму это все уберется. Ничего не остается. Вот показывает, сегодня 13-9, 21 градус, тепло. А мы потихоньку возвращаемся домой. Отдохнем, а потом опять пойдем гулять. Да, Цезарь? Велогонки мира. Здесь в Бибионе каждый год в сентябре вот в этом сквере всегда вот такие дорожки обтягивают лентой, делают дорожки и гонки устраивают. Иногда устраивают марафоны бегунов. Бегуны бегают. А сегодня у нас здесь велосипедисты. Стоят по всему маршруту палатки. В палатках вода стоит, если кто запить, попить захотел. Или насосы для велосипедов у кого. Короче, первую помощь оказывают, кто пострадал. Одни едут туда, другие уже возвращаются. Давай, 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 давай. Они заблудились и проехали мимо, а теперь заезжают на дорожку. Им там надо было сначала заезжать. Через наверное их там отправляют или там, наверное, лучше. Ну, наверное, там и не указатель неправильный поставили, и они заезжают все не так, как надо. Различные команды здесь, все в различных футболках. Вон двое опять едут, они опять не по маршруту заехали. Поехали по дороге.
заблудились. Они мимо дороги проехали. Вон эти здесь правильно едут. Команда. По соседней дорожке назад едут. А это вообще заблудился, не знает, куда поехал. Назад езжай. Заезжай вот там. Правильно, вот так езжай. Здесь огромная лужа у нас затопила после дождя. Приходится обходить ее. Интересно, сколько им надо километров проездить по всему Бибионе тут. Люди хотят к маяку проехать, не могут пройти, проехать, и оттуда они не могут вернуться, дорога перекрытая.
все сделаешь. Важное мероприятие. Недалеко от нашего дома вот здесь такая улица идет. Здесь тоже магазины, пиццерии, рестораны, наш продуктовый магазин. Дешпар называется этот магазин, где мы закупаемся. Здесь вот сердечко такое импровизированное. Здесь рамка такая сделана, можно фотографироваться, стоять возле него или за ним. Цезарь наш ходит, только нюхает и нюхает. Лежит. Здесь много собак проходит. Тоже отель, ресторан, пиццерия, Алла Терраса. Во дворе там бассейн находится, в отеле. Вот здесь находится церковь. Здесь по выходным проводят богослужение. Ко всем собакам. Карусели для самых маленьких. Автоматы игровые. И магазин, товары из Китая. Одежда такая крутая. А мы заканчиваем нашу прогулку. Что нам еще остается делать, когда погода не пляжная? Просто для прогулок. Нам пообещали, что завтра на пляже будет хорошо солнечно. Мы пойдем на пляж загорать. Насколько это верно будет, не знаю. А мы к нашему дому здесь подходим. Вот наш дом. Желтый такой. И Цезарь направляется туда, домой. А вон там рядом еще там посмотрим, палатки какие-то поставили. Ну, а я с вами буду на этом прощаться.
Посмотрим, получится какой ролик из этого всего сборного материала. Я вам всем желаю крепкого здоровья, счастья, мира, удачи. Будьте всегда на позитиве, как мы в этом отпуске. И вам... Моя племянница говорит, у природы нет плохой погоды. Да. Природы нет плохой погоды, но... Ну хорошо, главное, погода не капает на крышу. Да, погулять можно. Так что давайте, люди. Кому понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду очень рад вам всем. А с вами я прощаюсь на сегодня. До свидания. Пока-пока.